О принятых законах и о проблемных вопросах. Депутаты Верхней и Нижней палат парламента встретились с представителями госорганов, общественности, бизнесменами Северного Казахстана. В разговоре принял участие и аким области Ерик Султанов. Подробности прямо сейчас. В Северный Казахстан депутаты прибыли 4 января. Они посещали районы, встречались с населением, чтобы на местах выяснить, как реализуются законы, принятые в последние годы. Еще одна важная миссия депутатов – рассказать о новых. Президент страны Нурсултан Назарбаев поставил перед парламентом несколько задач, одна из которых – создание правовой базы для воплощения в жизнь 5 институциональных реформ. Эти законы приняты и уже работают. Как и еще один не менее важный, отмечает Маулен Ашимбаев. Он касается защиты Казахстана от террористов. Террористической и экстремистской угроз. Законом регулируются три направления, три сферы. Первая сфера ужесточается ответственность за любые преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом. Второе направление, которое обеспечивает данный закон, это контроль за оборотом оружия. Еще один пункт законопроекта – обязательная временная регистрация граждан. Эта норма наделала немало шума в ряде городов страны, говорит депутат. Он считает, что все из-за плохо проведенной разъяснительной работы. В Северном Казахстане ажиотажа нет, но активизироваться все равно необходимо, отметил Ерик Султанов. Мы сейчас организуем большую разъяснительную работу совместно с Департаментом внутренних дел и с Центром обслуживания населения и поставим на должный уровень эту работу. Поэтому я думаю, что вопросы они будут исчерпаны в ближайшее время. Говорили на встрече и о другом большом нашумевшем проекте – о земельной реформе. Мораторий на некоторые нормы президент страны продлил до 2021 года. Вместе с тем, уже с 2017 в стране стартует новая программа – развитие агропромышленного комплекса. Она рассчитана на 5 лет. Североказахстанцам особенно интересно, какие механизмы поддержки сельхозтоваропроизводителей внедрит государство и какие задачи преследует проект. Первое, мы говорили, это о создании сельхозкооперативов, насыщение внутреннего рынка отечественной продукции, развитие экспортного потенциала, развитие растениеводства. Же четко и ясно сказано, что продуктивность мы должны увеличить как минимум на 40%, в животноводстве как минимум на 60%, развитие аквакультуры, развитие отраслевой переработки сельхозпродукции и пищевой промышленности, эффективное использование финансовых мер государственной поддержки. Североказахстанцы, в свою очередь, с гордостью рассказывают об успехах региона. В конце года в Петропавловске после масштабной реконструкции открылся аэропорт. Он получил статус международного. А в ТНШ запустили новый казахстанско-китайский маслозавод. Ксения Куценко, Михаил Казначеев, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК.